So although we talked about with Kasimov, Janosin, and how he's responsible for it. То есть мы говорили про Касимова, мы говорили про то, за что он ответственность, каким образом он к этому причастен. To talk about the kind of person he is. То есть мы можем говорить о том, что он за человек. You know, people—they're not going to list people for crimes that happened before the global Magnitsky law was adopted. То есть на самом деле они будут рассматриваться личности для включения в список Магнитского, которые совершали преступления до того, как этот закон был принят. Because again, reasonable people could disagree with how the law was written. Опять же, многие люди могут не соглашаться с тем, как этот закон был написан. The compromise between various lawmakers in Washington and the executive branch was компромисс между исполнительной ветвью и различными законотворцами в Вашингтоне заключается в следующем. Was that in essence we're not looking more backwards more than 2 years. На самом деле мы не рассматриваем случаи, которые произошли больше чем 2 года назад, по сути. So if a person did something 5 or 10 years ago, even if it was a mass killing, 10 лет назад что-то совершил, даже если это были массовые убийства. And that alone wouldn't be sufficient to be on the Magnitsky list. Этого не будет достаточно для того, чтобы включить два человека в список Магнитского. Because Magnitsky didn't exist back then. Потому что закона тогда еще не было. And as a matter of simple due process, as much as it might be very frustrating, the idea is people should be on notice that this list exists by the United States, that it's a policy tool to be used, and you know, if you engage in grand corruption or gross human rights abuses, then you can be put on the list. And so for something that happened a long time ago, those people were not aware of any list, of any... Этот закон, они работают в качестве превентивного инструмента. То есть люди должны знать, что за какие-то свои действия могут быть последствия в виде того, что они попадут в этот список Магнитского. И поэтому, например, люди, которые совершали преступление 10-20 лет назад, когда еще этого закона не было, этот инструмент не будет эффективен в отношении этих людей или тех деяний, которые они допустили, там, совершили много лет назад. So probably, probably the best thing that you can do to understand the global Magnitsky list and the kinds of people that need to be on it is to look at the list and the announcements that have been made about why people have gotten on the list. То есть, наверное, для того, чтобы лучше понять принцип работы списка Магнитского, это вам посмотреть, какие люди сейчас в него включены и за какие свои. Спасибо, мы просто были неправильно осведомлены. Yeah, thank you, because I guess we were misinformed. Yeah. А что мы сейчас из нашей встречи, что мы имеем? What are we gonna get from this meeting now? Well, I think there's responsibility on all sides. I'm here to try to give you some advice. Но я на самом деле здесь просто как хочу дать вам какие-то рекомендации, что ли, какой-то совет. About how to be as effective as possible to get help. Каким образом наиболее эффективно получить помощь, например. And so especially if you're not in, if your cases are not in here. Особенно если ваши дела вот в этот отчет не включены. Then you have some work to do. Тогда вам нужно будет еще поработать. To put together the summaries of your cases. Как я уже сказала, это написать кратко. So that you can share them with the United States. Чтобы вы могли поделиться им с США. With me. Со мной. With human rights groups. С группами защиты прав человека. For me, for example, as a lawyer. Например, для меня, как для юриста. I can't just take what we discussed. Я не могу все, что мы здесь обсудили, взять. And share that information with people. И поделиться с другими. Because, as a lawyer, if you look at this is my book I did on. Потому что вот это, например, книжка, которая. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention. Это рабочая группа ООН по незаконным задержаниям. But you'll see, it has 6,000 footnotes. Но тут, например, 6,000 сносок. And so that 4-page or 5-page summary вот you do, ваш отчет на 4-5 страничек, который вы напишете, it needs to go through all that and say, here's the key sentence from the arrest warrant, here's the several sentences from the judgment, here's, so you have to take, you have to, вот это, например, цитата из этого, из протокола задержания, вот это цитата из постановления суда и так далее, и тому подобное. And so I think that is the way you can then get people to engage.
They can look at the original documents if they need them. После этого вы сможете привлечь внимание людей. Да, они могут потом, при необходимости, изучить уже все дела, ну, документы. But so, you know, for example, this is a report. Ну, это, например, вот отчет. That I'm going to see the Consul General of the United States tomorrow. Я завтра с генеральным консулом США встречаться. And I'll be talking about the bilateral dialogue between the U.S. and Kazakhstan. Двустороннем диалоге между США и Казахстаном. And I'm going to hand this to him and say, I hope. Это ему передам и скажу. You read this very carefully. Прочитайте, пожалуйста, этот отчет. Because these are NGOs that I know as an international lawyer. Потому что эти НПО, я знаю, в них работают международные юристы, юристы по международному... Who happens to be an American, and I'm talking to my own government. Да, который... Там среди них есть и американцы. Я сейчас буду говорить со своим правительством. And I would therefore strongly urge you to make sure that you're raising these cases to Kazakhstan. Настоятельно рекомендую вам в диалоге с Казахстаном поднять эти вопросы, обсудить эти дела. But I can't do that on individual cases. Но по отдельным случаям, по отдельным делам, я, к сожалению, этого сделать не могу. Unless I'm very careful about going through the facts of an individual case. Если только мне, то есть я не ознакомлюсь тщательно и детально со всеми, ну, со всеми деталями каждого дела. Можно собрать тоже такие же дела людей, которые как бы неоднократно попадают в ИВС за пикеты, где они требуют соблюдения под заключенным? Cases of other people who have been arrested on a number of occasions for participating in meetings. Массовые заявления можно сделать? Can we put together a list of? Well, I mean, I would that? Say, I, of course, you know, it seems to me that you should talk to some of these NGOs also about. Знаете, я думаю, что да, но сначала вам имеет смысл поговорить с этими НПО. I mean, again, I haven't seen it, but and there may already be such a report, but like. Отчета я этого не видел, и онлайнов отчета нет. But there should be a report that somebody does about. You know, the persecution of people connected to DCK. Ну, наверняка кто-нибудь онлайн публиковал какие-то отчеты о преследовании людей, которые связаны с демократической. And all of the different rights that are violated. Вот эти все НПО, Бахчан Туригожина, Евгений Жовтис. So all of these NGOs, Eugene Жовтис, Бахчан Туригожина. Они все присутствовали на наших судах. They all attended our court hearings. Они все знают, что мы объявлены экстремистами. They're all familiar with the verdict. Они знают, что наши дела были политически мотивированы. Our cases were politically motivated. И все же они нас не включили сюда. But yet they did not include us here. Нет, здесь, скорее всего, наверное, не то, что они. Это 20-й год. Да, ну потому что они как потому бы что, правозащитники видите, первые же в Казахстане. То есть, смотрите, ваши дела были в конце года, а это, которое вы... He's saying, your cases were heard at the end of the year. These were earlier cases. Здесь ситуация такая, да. So that's the reason why their cases are not in this report. Не знаю. Он позже нас его освободили. Вообще здесь написано, что... Потому что сейчас да, мы не можем доверять правозащитным организациям, даже независимым. Они сейчас многие просто как бы работают в содружестве с режимом. We cannot trust NGOs now because they make an impression of defending human rights, yet they're working for the government. Well, I mean, the problem that I have is, for example, I don't speak Russian. Ну, во-первых, моя проблема. Yeah. То, что я по-русски не говорю. And all I have in my career, in my life, is my own credibility. И на самом деле я все, что у меня есть в моей карьере, моя карьера очень сильно зависит от того, насколько я правильно работаю. And I'm not saying in any way that I don't believe every word you're telling me. I believe what you're telling me. Я не говорю, что я не верю ни одному вашему слову. Я искренне верю все, что вы мне говорите. But if I present a case to the U.S. government, но если я правительству США представлю какое-то дело или представляю какое-то дело, and even one detail is wrong, и если в этом деле хотя бы одна деталь будет неправильной, or misrepresented, или будет представлена неправильно. Then I have destroyed my credibility. Тогда я свою репутацию как честного лойера, честного and юриста, so as a lawyer, поэтому как юрист, I sometimes take up individual cases, я like беру the case of Iskander Yurimitov. Отдельные случаи, отдельные дела, например, Искандера Юрбекова. And on his case, for example, I
worked with our local lawyers, and I went through thousands of pages of documents. По этому делу я работал с местными юристами, тысячи страниц документов изучил. So that I could understand the case. Чтобы я мог понимать. Суть этого дела. And be confident in what I said. И чтобы я был уверен в том, что я говорю. In other situations. В других ситуациях. So, for example, I did a huge report on the Kremlin's political prisoners. Например, я сделал огромный отчет по политическим заключенным в Кремле. I collaborated with a local NGO in Russia called Memorial. Там я работал с Мемориалом, это местное НПО в России. Which is globally known as being the expert in Russia with the highest credibility working on political prisoner cases. Глобально в мире знают как НПО, которому можно доверять, которая работает в России, которая работает по защите политических заключенных. And so I was able to help working with them to produce a major report on political prisoners. Я помогал им составить отчет, очень крупный отчет по политическим заключенным там. Because I knew I could rely on Memorial. Потому что я знаю, что я могу положиться на Мемориал, на это НПО. Which has been at this for 30 plus years. Который этими вопросами занимается уже больше 30 лет. And so, for me, those are really kind of the only two ways that I, as an international lawyer, can be helpful. И поэтому я, как международный юрист, могу только двумя способами здесь помочь. Because I don't have, you know, the time. Потому что, во-первых, у меня нет времени. Or the language capacity. И языковых способностей. To read through that pile of documents. Чтобы ознакомиться со всеми вашими заметками. Let alone the fact that I'm not a Kazakh-trained lawyer. Но опять же, не забывайте тот факт, что я не казахстанский юрист, я не знаком с местным законодательством. So what I'm trying to help you with a little bit. Пытаюсь вам немножко помочь. Is how do you take all that? С тем, чтобы вы понимали, как взять вот это все. And put it into a format. И сделать это в том формате. That people can understand it quickly. Который вам позволит другим людям быстро понять, в чем суть это дело. And where you're telling that story by taking quotations from all of the most important parts of all that information. И чтобы вы рассказывали эту историю, руководствуясь основными фактами. Можем мы обратиться в другие инстанции, вот не казахстанские, минуя правозащитные организации, свои дела перевести на английский язык и обратиться? Can we appeal to NGOs, international NGOs, human rights NGOs, without going to local NGOs? Well, I think... Of course you can. Конечно, можете. But the most important thing is that an international NGO has the same problem. Но самое важное, не забывайте, у международных НПО возникнут те же самые проблемы, что у меня возникли. Мы с переводами. So you will translate. So you need to take your case and put it into that like 5-pager that I'm talking about. Описать его на пяти страницах. Это то, что я вам уже говорил. And I mean, you said that of course Zoftis and others were at your trials. То есть вы же говорили, Зофтис на ваших заседаниях суда. So if you're not going to go to a local NGO and have them help. Поэтому если местное НПО вы не пойдете, не обратитесь с помощью. С вопросом о помощи. You do need to be sure that if Amnesty International were to reach out to one of the local NGOs and they ask about your case, what do you think of it? Is this correct? То есть тогда вы должны удостовериться, что когда вы пойдете в международное НПО и вы расскажете про свое дело, то есть информация, которую вы туда представите, они должны быть уверены на 100%, что это правильная информация. That they would say, yes, it's credible, yes, this is accurate, yes, this is true. Например, будет подтверждать, что да, эта информация действительно, это правда, это надежная информация. И мы же с копиями судебных материалов. And then we can take copies from court rulings, etc. Мы это все готовы перевести каждую страницу. Все это предоставить. And we can translate it. Нас человек 30. Yeah. You're about 30 people like me. Right. Right. No, and I mean, I think, you know, the other alternative is because all of you were in prison in similar kinds of ways, so for similar kinds of things. So it seems like there should be someone, an NGO or someone, who would put together a report that would take the information from all of your cases and the other cases. На самом деле, учитывая то, что вы говорите, у вас тут 20 или 30 человек, который при аналогичных обстоятельствах попали в тюрьму, да, попали в одно и то же время, то есть схожие очень случаи, поэтому имело бы смысл какой-то, чтобы какое-то НПО взяло все ваши случаи и сделало один общий, кейс. But открытый диалог подходит? Would open dialogue work?
Dialogue is undoubtedly one possibility. Ну, как диалог, как один из вариантов, да? I mean, the challenge is that this is hard and time-consuming work. Сложность в том, что это трудная работа, и на нее нужно время. I mean, because, for example, потому что, and I've done these kinds of reports myself. Я сам такие отчеты составлял раньше. You know, if I had 30 piles of paper like that, если у меня 30 вот таких томов будет документов, how long is it going to take me with a Russian speaking Kazakh lawyer to сесть? Where on this list? Вот мы вот первым. Oh, you are, okay. Второй Арон идет, а вот мы здесь. They're number one. They're here. They're here. Вот мы здесь все. Жадира Демелова, Гульзипа, Оксана Шевчук. Great. А меня нету? Есть. So they're all there. So that's great. Так, это меняет дело? Does it change the perspective now that we're on that in that report? It helps, but it doesn't change it enormously, and I'll explain why. Сильно дело не поменяет, объясню почему. Это, конечно, хорошо, но объясню почему сильно дело не поменяет. Потому что... Because... Let me see what page is that on. Нет, не показывайте, он уже видел ваши имена, да, он сейчас пообъясняет почему. Let me just explain why. So... Он объяснит, почему сильно, это суть дела не меняет. So let's see, on risk political prisoners. Right. What page was that on? Oh, here we go. So here, you're listed by name. Здесь вас перечислили по именам. And it says that you were involved in participating with DCK. Да, и тут написано, что вы участвовали в митинге, организованном английским. But that's not the same thing as explaining, like, you know, if you want, for example, the US government to take up your case, that wouldn't be enough information. То есть, если вы хотите, чтобы американское правительство взяло ваши дела для анализа, то этой информации не будет достаточно. So, like, this is just a statement of fact. Это просто констатация факта. That you were, but... Что вы там были. If, for example, the United States were to raise cases across the table... Но если американское правительство во время диалогов закончится какие-то конкретные случаи и дела, им нужно вот это описание на пяти страницах. If the government of Kazakhstan says no, they're really extremists. Если правительство Казахстана скажет, нет, на самом деле они экстремисты, потому-то. And if I were the American on the other side, I would want to be able to say, well, actually, you say in, you know, your case that... You're extremists, but didn't she just express her opinions about nuclear power and about China? Чтобы возразить казахстанской стороне, должен сказать, нет, на самом деле они не экстремисты, потому что, вот, например, вот она выступала за то, чтобы не строить АЭС, и она была против экспансии Китая. То есть мне нужна эта информация. Мне нужна достаточная информация по каждому делу. That if the government of Kazakhstan, потому что если правительство Казахстана, if the government of Kazakhstan pushes back and says, this isn't true, будет говорить, а это неправда. Right. This wouldn't give me enough information. Мне вот от этого... They will be saying this isn't true. Мне, поэтому он и говорит, если я, представьте, я американское правительство, пришел говорить с казахстанским правительством, говорю, вот этот, обвиняется в экстремизме, это неправда. Они скажут, нет, это правда, они экстремисты, я чем могу апеллировать? А я как скажите, докажу, я что сидел это неправда? С ними за одним столом. But you can say, I sat at the same table with them. Я видел их, они не похожи. So I don't work for the United States of America. Я же не работаю в США. I'm merely an American. Я просто американец, понимаете? I will undoubtedly, I mean, when I speak to the consul general, I'll talk about the people I met. Буду говорить, я буду говорить о тех людях, с которыми я встречался. And I can privately say, и могу в частной беседе ему сказать. I'm going to talk about the different kinds of people I've met. And of course, I'll talk about the five of you. Расскажу ему о нашей встрече с вами. You know, and the kinds of stories I was hearing. И тех историях, которыми вы поделились. But again, that wouldn't be enough detail. Этого мне будет недостаточно. Давайте итог подведем. Okay, да? To summarize. Yes. Вот смотрите, первое, мы должны составить we кейс. We have to put together a five-pager for each case. На пяти страницах. Затем мы это все переводим. We will have it translated. И куда мы? And what do we do with it then? НПО, да? So we take it to an NGO. Well, I think I'd do a couple different things. Я бы несколько вещей здесь. Number one, I would
ideally, what you could, I mean, again, I don't know all the reports that are put out in Russian or Kazakh, because I don't speak Russian or Kazakh, but, and there have been reports, Open Dialogue, I think, has put out a report on DCK. Я не знаю, какие отчеты на русском, на казахском языке составляются вот по этой теме. I think the idea would be that you would want to persuade either a local NGO. Вам нужно убедить либо местное НПО. Or an international NGO. Либо международное НПО. To take those 5-page summaries. Чтобы они взяли эти, то есть описание. Эти отчеты на 5 страничках. And from a whole lot of other people, the other 30 всех, you were saying. Сколько у вас там, вы говорите, 30 человек таких же. And do a report about. И сделали отчет. You know, the ways in which the government has gone after people who have even a very limited connection to DCK. О том, каким образом правительство преследовало людей, даже у которых было, практически не было связи с Because that kind of report, you know, each of your stories individually are obviously very important and interesting. Потому что каждая ваша история, каждый ваш случай, да, они очень интересны и очень важны. But what will be most interesting to the international community, to the United States, is to be able to look at the patterns of behavior. Посмотреть на схемы поведения, на паттерны в поведении правительства, понимаете, на одинаковые вещи. Right. They're probably like. А если есть связь с ДВК? What if there is a connection with DCK? No, I'm saying. We're talking. All these cases have a connection to DCK. Мы говорим в любом случае. У каждого этого случая есть связь с ДВК. And it's in my experience that the government here is afraid of the cause of NDCK. Я думаю, что как бы я считаю, что правительство боится облязывать. And in cases of either real or imagined connections to DCK, they will persecute people. И любые случаи реальных связей или представляемых связей, придуманных связей с ДВК, все эти случаи преследуются государством. And there are a whole lot of different types of connections to DCK that are persecuted. И на самом деле различные типы, то есть люди, имеющие различные связи с ДВК, они преследуются. You show up at a meeting. То есть вы пришли на митинг. You speak out against the government. Вы выступили против правительства. You communicate something publicly online in support of the Azov. Вы что-то онлайн высказали, да, что каким-то образом связано с ним. You're just passively in a group that he happens to be in. Вы просто пассивно присутствовали в той группе, с которой он связан. You organize some kind of public gathering. Вы организовали какое-то общественное. I mean, these are just 5 examples. То есть это просто 5 примеров. But so I think, you know, again, any one of these cases is important, but your suffering is not in isolation. То есть, опять же, все ваши случаи, они очень важны, и страдаете вы не в изоляции. And when, in my experience, when governments or human rights groups or the United Nations wants to engage with the government of Kazakhstan to press on these issues. И мой опыт показывает, что когда ООН или Соединенные Штаты или любая другая международная организация хотят начать разговаривать с Казахстаном по поводу этих проблем. They're going to want to both be able to say, here's a pattern of repression that we see. Они должны будут сказать Казахстану, вот мы видим паттерны в поведении. And here are a bunch of individual case examples вот where you see in, you know, how they have all happened. И мы, где можно посмотреть, как это все произошло. And then, here are the people in Kazakhstan and the government вот они, люди в правительстве в Казахстане, that have organized this whole campaign of repression. Которые организовали вот эти вот репрессии. To me, what I've just described is the kind of report that can then have a much bigger public attention on it. То есть для меня это своего рода отчет, который привлечет общественное внимание. And helps both on individual cases as well as the broader pattern. И куда будут включены вот эти индивидуальные случаи, которые не будут включены в общую картину. Европейская резолюция 14 марта имеет какое-то значение? Would the European resolution of the 14th of March have anything to do with it? Well, I'm sorry, I'm not sure which. Европейский парламент? Да. The EU parliament recognized that DVK or DCK is a peaceful movement. Yes. No, I mean this is all helpful. I mean, if you think about doing a report, если вы будете отчет делать, you would pull into a single document. В одном документе all of the different places in which you know, from the State Department Human Rights Report, from the European Union, from the OSCE, from all these different places. На ОБСЕ и так далее, где они все признают. You're making your case.
And so you want to say it's not just the NGO's opinion, but look at all the international support. And you know, anything that has been said about the issue of persecution of DCK would all end up in that same report in one place, where a person who didn't know a lot could just go to one report and learn everything they need to know in one place, and then have a bunch of individual case examples. Все это должно быть описано в одном отчете, чтобы человек взял, прочитал, где будут перечислены, то есть общая информация отдельно все случаи. I mean, I can give you. I can give you an example of what I mean. Это один документ на всех или каждый отдельно? Это будет один документ, и будут включены все случаи. А это МПО должно все наше отдельно создать. Вы можете поблагодарить. Можно я пожалуйста скажу? Пожалуйста, одну секундочку, я только скажу. У нас в прошлом году в одной семье погибло 5 девочек, маленьких девочек. So this, so, I mean, this is, I'll show you this, you can just very quickly point to a few things, but this is the 300-page report I did on the criminal, the Kremlin's political prisoners. Который они делали по политическим заключенным Кремля на 300 страницах. Сейчас он быстренько покажет, что он имеет. But let me just walk you through the table of contents. Просто сейчас so you have a sense of how you do a report like this, right? Like, so you have an executive summary, you've got a whole background of political prisoners, вводная информация по политическим заключенным в России. How do you identify what a political prisoner is? Что такое политический заключенный? In this case, these are all different categories of political prisoners, as well as individual case examples. Примеры отдельных случаев. Right, then we have, here are all the key domestic laws used to persecute political prisoners. Ключевые основные законы, которые используются. And these are, you know, criminal laws, administrative code. Then here's an international law analysis of the different kinds of violations. A whole section on the perpetrators, who's responsible. In this particular case, we had a whole section on how has the Kremlin responded. Internationally, domestically, and how people have advocated. Как людей защищали. Then how do people... Можно меня не снимать, пожалуйста? There's a whole section. There's a whole section on how do есть people get out. Том, you know, pardons, amnesties, early releases. То есть помилование, амнистия, и так далее. A series of recommendations. Рекомендации. And then a full list of all the political prisoners. И список всех заключенных. And you'll see if you look at the list of. Список не нужно, а по главам можно себе сделать. Yes. And so, for example, this is just a list of political prisoners. Просто список политических заключенных. But like, you know, for each one listed, I had, you know, we have who they are, when they were arrested. What they've been convicted of. So, I'm not saying that their report has to look as comprehensive as this. I mean, it could be more like this. Открытый диалог делал такое. Open dialogue had something like that. They had a report like that. That included information about us and 60 other people. Yeah. So, I mean, I think, look, You don't have to go as complicated as this. Не надо бы делать такой сложный отчет, как то, что я вам показала. But what you do need to do at a minimum is, as I've described, the 5-pager. Но как минимум сделайте этот отчет на 5 страницах. You know, everything a person needs to know about your case. Все, что человеку нужно знать. Я вот на одну себя на 5 страниц сделаю, да? Так я так. So I'm gonna put a 5-pager for just my case. Or for everyone. Well, as a start, you have to start with, I mean, you're only going to know your case. So, I mean, I think there are a lot of, you know, if you're just one person looking for yourself, then you do a 5-pager in your case, and you can get that out to a lot of people, so they know the story of your case. Если вы только про себя беспокоитесь, делайте отчет про себя, про свое дело на 5 страницах, раздаете его множеству людей, множество людей. So that gets a certain lower level of attention. То есть это привлекает внимание на нижнем уровне. Right. And people, but then if you start to collect your case with other cases. Но если вы ваш случай объедините с другими случаями. Я хочу объединить. And they're put in the full context. Все это вы даете в контексте. Про каждого на 5 страниц или только или в 5 страниц? Is it a 5-pager for each case or 5 pages for all cases? No, I think. Look, I think if somebody were to write a report,
If somebody were to do a really good report based on 30 cases, they would need a five-pager on every case because Если they want to understand. Если кто-то будет писать отчет по этой ситуации, захочет включить описание всех случаев в свой отчет, то, естественно, на because, каждый example, случай нужно будет такой маленький пятистраничный отчет. Because they're going to want, I mean, and, you could, and you could look at, I mean, again, I'm just making this up, but like, if there are, I'm not sure how many different aspects of the case there are, but let's say there are 20 different aspects of every case. Я просто не знаю, скольки ваши дела, скольки аспектов состоит. Но предположим, 20 аспектов. Who is, you know, what is the article of the criminal code? То есть, например, статья уголовного кодекса, по которой right, вас you know, обвиняют. How long did the person, you know, сколько, what precipitated their arrest? Что предшествовало аресту? You know, who did the investigation? Кто проводил следствие? You know, what court did they appear before?